театр. Вот, и надеюсь, что у меня получилось. Получилось, потрясающе. Спасибо большое. Удачи всячески. Вся на радостных эмоциях. Да, да, у нее получилось, потому что я вот против была такой тяжелой программы для нее. Потому что в начале сезона мне не верилось, что она такая, в общем, радостная, и что она такая улыбчивая, может прокатать ведьму. И мне казалось, что музыка ей мешает. Она действительно ей поначалу мешала, а потом вот они переделали, переставили некоторые элементы с места на место, что-то там поменяли, все, и она уже, видимо, стала функционально легче ее катать. И стала заниматься образом, и образ у нее сегодня получился совершенно потрясающий. Я вот, например, прошу прощения за то, что я не увидела, я несколько раз смотрела эту программу очень внимательно и ни разу не видела в ней, не видела этот образ, который я увидела сегодня так ярко. Видите, Татьяне Анатольевне Тарасовой тоже можно что-то доказать, только нужно очень сильно постараться и поработать. Я очень люблю, когда мне что-то доказывают работой. Вы знаете, я в состоянии признать свою ошибку или, свою ошибку. Я не видела этого. Значит, моя ученица Оля Воложенская, которая ставила ей эту программу, значит, она лучше видела. И это тоже большое достижение, когда твои ученики видят лучше, чем ты. А Воложенская в этом сезоне вообще, я так понимаю, больше сотрудничает с различными российскими ведущими фигуристами. Вот она с паре Базарова Ларионова ставила, да, в произвольную программу. Да, да. То есть она сейчас активно работает где? В Москве? Нет, она работает активно в Соединенных Штатах. В Штатах? У нее там живет семья, у нее двое детей, которые ходят в американскую школу. Но ее сюда приглашают как балетмейстер, она приезжает ставить программы. Вот, и я считаю, что этот опыт очень хороший. Потому что Оля – это очень творческий, очень вдумчивый человек, очень знающий, что она хочет, человек, способный очень много часов проводить за своим делом, слушать музыку, выбирать ее. У нее прекрасное образование Государственного института театрального искусства имени Луначарского. Не просто так образование, которое получено по справке, а то образование, когда там преподавали потрясающие педагоги, и она имела удовольствие ходить в класс к Марине Тимофеевне Семеновой и сдавала экзамены, и училась там на очном отделении. Огромное ей тоже спасибо, да, и за образ Алены. Спасибо, и главное, что поздравление. Оль, я тебя поздравляю. Слышишь ты меня? Нет, но кто-то из твоих, может быть, твоя мама замечательная. Передадут 100%. Да, меня услышат. Поздравили, хорошо. Итак.